Не думаю, что, конечно, ему нравится все происходящее на площадке, но, по крайней мере, духом не падает Юха Мэтцела. Я думаю, это была даже больше саркастическая улыбка. Александр Фролов сейчас устремляется к воротам. Моментище. И... А где шайба? Она где-то под вратарем Йокерита. Вот это шанс. И как там не сумели забить хабаровчане, непонятно. Два игрока опекали Александра Фролова. Тут исхитрился сделать передачу себе за спину. И там Богдан Потехин. Мы видим, Богдан Потехин остается один перед Райаном Заполски, но переиграть вратаря Йокерита у него не получается. Опять вот очень здорово корпус поставил Фролов. И вот наверняка, казалось бы, Потехин бросал, не смог поднять шайбу Богдан Потехин. И шайба оказалась под щитками Райана Заполски.